Привет всем, меня зовут Том. И сегодня я буду выступать в роли козла. Вау, детка! What the fuck, что? Что я сделал? А, окей, потащили. Какого хрена? Как я ждал эту игру, ребят, это просто, блин, нереально. Блин, посмотрите, что этот козел делает. What the fuck, ни хрена себе, вот это тут физика. Это просто, давайте просто будем выступать реально в роли козла, ребят. Уже несколько квестов выполнил. Так, давайте посмотрим. Flipping easy, бла-бла-бла, biggest combo normal, бла-бла-бла-бла. В общем, я сделал 3 квеста из каких-то там возможных. Ну ладно, это не важно, это не главное в этой игре, ребят. Главное в этой игре... Так, сейчас мы посмотрим, что главное в этой игре. Иди сюда, чертов оранжевый ублюдок! Иди сюда! О, и здесь темно, никто не видит, что мы только что сделали. Окей, все, вы видите там труп? Нет, трупа нету. Ох, ни хрена себе. Ну-ка, пойдемте-ка посмотрим, что здесь этот чувак стоит. Что? Ты думаешь, бензин слишком дорогой? Давайте оближем его. Оу, оу, оу. Иди сюда, иди, иди. Я тебя... What the fuck? What the... Квест Майкл Бэй. You know what to do. Ты знаешь, что... Ну да, да. What the fuck? Что он делает? Эй, ублюдок. Ты чё творишь? На, держи, говно, держи! О, тут есть стройка. Тут есть стройка, чёртовы, блин! Ящики, уйди отсюда! Чёртова лестница! Ни хрена себе, чё у неё с головой было только что? О, чёртов козёл, чёртов козёл. What? What? What, what, what? Он прям под музыку, блин, застрял в этой балке. О, господи! Так, интересно, можно забраться по лестнице? Эй, what the fuck? Уйди, я не хотел. А, что? Что? Какого хрена? Козел может залазить по лестнице! Ну-ка, пойду поору на кого-нибудь. Ни хрена себе, он голову держит. О, господи, как это божественно. Что случилось здесь? Может быть, попробуем разобраться? М? М? Подождите, мне нужны люди. О, акция протеста! Это по мне! Это просто, вот, именно этого всегда я ждал. Ну-ка, давайте как-нибудь протиснемся аккуратно. Что этот глашатай там говорит? Давайте поговорим с ним. Ну а теперь можно сделать так! Они друг друга убивают! Майкл Бэй! Иди сюда! Сюда! Туда! Так, где... О, там люди танцуют! Здесь они, понимаешь ли, танцуют, сволочи! Я ненавижу вечеринки! По-моему, им похер. Пойду-ка я... Их аудиосистему сломаю. Я ненавижу аудиосистемы! Ну и людей, которые танцуют, тоже ненав... Охренеть! О, там гора, и туда можно зайти. Ну-ка, пойдемте-ка. Пойдемте-ка посмотрим, что это. Ой-ой-ой-ой-ой, что тут можно было сделать? О, давай! Давай! Сноси всех! Бассейн! Оу, черт, да тут нет воды, ну ладно. What the fuck, что у него с шеей творится? Ладно, пойдемте. Пойдемте. О! Что это я нашел? Окей. Да черт возьми, я же. Двойное сальто. Ну-ка посмотрим. Так, блин.
Так, ладно, уходим отсюда, уходим. Тут не очень интересно. О, кран, ё-моё! Вот это круто. Вот здесь мы еще не были. О, господи, как он кричит! Эй, козел, аккуратно! Тихо. Спокойно. О, господи, какой огромный мир! Это просто офигенно. О! О! Так. О, как тут красиво, ребят. Вы только посмотрите. Вы только посмотрите! Ой-ой-ой, а тут человек! Окей, значит, в город то ли пока не сё... Эй, ты чё тут ездишь? Ой, говно! Так, ладно, идем назад, идем назад. Knocking easy. О, господи, да я же уже почти все квесты выполнил. Что там осталось? Угу. Чё? Ой-ой-ой, да вы видели? Это я просто как тот лысый чувак, который прыгал через автомобиль. Я не знаю, как его зовут, но вы, наверное, знаете, что он на жопе катится, блин. Эй, машина! Ты чё здесь стоишь? Ну-ка, надо её облизать. Бесишь! Меня никто не видит. Никто не видел, кто это сделал. Я просто как Хитман. Киллер-убийца. Ага, и они даже не испугались. What the fuck? Какого хрена? Что он делает с этой женщиной? О, господи, вот это я козел. Вот это я козел. Ух ты, а там, видимо, местный Стоунхендж. Стоунхендж. Ну-ка, посмотрим. Ой! 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 Ой-ой-ой! Ой! Ой! Ой-о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 й! Я же не хотел! Черт возьми! Я просто взял и как козел разрушил Стоунхендж. Памятник многовековой. Черт возьми! Вот. Чёртов камень! Иди, вали нахер! Так, блин. О, я вижу там что-то интересное. Но сначала мы пойдем сюда. Сельский туалет! Опаньки. Что это такое? Что? Ой, простите, что? А-а-а! Что за херня? Ух ты, что это? Оу, оу, что? What the fuck? Что за... Окей, это что-то интересное было вон там. Побежали. Битва титанов! О, гонщик, ну-ка! Чё? Да я же через тебя перепрыгнул, ну давай еще! Окей, я просто украду этот стол. Или что я там украду? Ну, ладно, я просто банку украду у них. Ха-ха, сволочи, попробуйте меня поймать! Ваша банка у меня! Или бутылка это с чем-то. Бочка! Так, выкину бутылку. Эй, друг!
Как у тебя дела? Все хорошо? А теперь ты пойдешь со мной. Я думаю, ты пойдешь со мной вот сюда. Оу, детка! Оу, детка! Скрестим наши языки, детка. Оу. Детка, ты пойдешь со мной, детка. Детка, я думаю, это наш дом, детка. Детка, я думаю, мы должны сюда зайти, детка. Тут твоя беговая дорожка, детка. Оу. Здоровенько, друзья. Как ваши дела? Почему вы молчите? Говорите со мной! Я сказал, говорите со мной! Вот я козел. Я просто взял и разрушил семью. Причем в прямом смысле этого слова. Дурацкая машина. Блин. О, я вижу. Я вижу шикарную горку. Ай! Ай! Ай, моя голова! Кто-нибудь спасите меня! Чёртова скамейка. Вот горка, вот горка. О, я знаю, что тут делать нужно. Нужно... Стоп. Вот что тут нужно делать. И погнали! У-ху! О, это чё тут за бомж? А, это же я его сюда кинул, а чё он на моем матрасе лежит, говно? Что? Простите, что? Чёрт, это лестница, просто на горку. Оооо! Уху! Офигеть. Не выёживайся, дверь! Откройте дверь! Откройте дверь! Что? Простите, что это такое? О, господи, какой счастливый козел! Посмотрите, как он бежит! Это просто круто. Стоп, стоп, стоп! Сейчас мы сделаем кое-что очень крутое. Черт! Я хотел запрыгнуть! Беги, беги, козел! Вставай, вставай! Slow motion. Так, окей. Эй, чертов козел, вставай! Slow motion! Господи, это божественно! Стой, 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 козел, стой. Оу! Shit. Что у нее с ногами, господи? У нее танцующие ноги. Там что-то... Ух ты, там что-то случилось. О, КамАЗ! Все в порядке. Все в порядке, все хорошо. Еще один. Я ненавижу КамАЗы! Что за хрень? Что происходит со мной? О, господи! Черт! Нет, козел!
Чертов велик. Я придумал. Я заберу у нее из-под жопы стул. Так. Это нужно убрать. Черт возьми. Черт возьми! Я хотел... Я просто хотел взять этот стул с собой. Ну все, я взял, но... Ладно, все. У меня есть стул! Ура! Ура! У меня есть стул! Это мой любимый стул! Как я люблю стулья! У-ху-ху! Мой любимый стул! О, привет, подруга. Господи, да не этот стул я хотел! Все понятно. О, да тут же есть еще и второй этаж. О, здорово, мэн. Как твои дела? Как все бесит. Эй, чувак. Ни хрена себе! Что творится с этим чуваком? Кто-нибудь объясните мне. Оу. Господи, что с этим чуваком? Нужно забрать у него эту баночку. Я думаю, это все из-за нее. О, черт, это багнутая стена! Вот что с этим чуваком. Все спокойно. А вот теперь можно в слоу-моушене взорвать эту чертовую заправку. Слоу-моушен! Какого хрена этот чувак еще жив? Ну окей, жив так жив. Slow motion! Так, нужно забрать его с собой. За мной! О, черт, мой язык. Господи, что? Что там? Что такое? Что творится? Что с его ногой? Ну ты оборзел меня обнимать, нет? И правда, там есть вечеринка. Давайте-ка, знаете, что сделаем? Что? Почему он так делает? Смотрите-ка, здесь человек, который разговаривает по телефону. А что будет, если на этого человека упадет камень? Вы серьезно? Чертов косолапый козел, ублюдок, сволочь! А-а-а!
Я надеюсь, что вам понравилось мое сегодняшнее приключение. Блин, разъездили здесь чертовы гонщики. Ну, в общем, друзья, подписывайтесь на канал, если вы не подписаны. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайк, зовите своих друзей. С вами был Том. Сегодня в роли козла. И, в общем, всем до следующих видео, друзья. До следующих видео.